Всем снова привет, с вами Верончик 93. И вот мне пришел один вопрос с одного пользователя. Я вам сейчас его покажу. Вот такой вот вопрос мне задал один пользователь. Вот троллинг канал. А не подскажете, как этот логотип использовать в видео? А я на все к нему, конечно же, создам одно видео. Я хочу о чем-то предупредить, что некоторые пользуются программой Sony Vegas Pro, а некоторые пользуются программой Camtasia Studio, как и пользуюсь я. Из-за этого я в Sony Vegas Pro вообще не разбираюсь, то есть я не разборчив в Sony Vegas Pro. Из этого я буду работать с тем логотипом, то есть не с тем, то есть с другим логотипом, но, например, сейчас откроется, вот, например, вот таким вот логотипом я буду работать. Во-первых, я заходил в Camtasia Studio. Здесь просто, вот мы в него зашли. Импорт медиа, то есть открыть файлы. Сейчас откроется. Вот. Зимка это вот так. Вот мне тут уже готово две серии по игре Подводная братва. Я их открываю. Вот они оба. То есть я их разбил на две части. Там одно из-за загрузки, а другое из-за начала игры. Что так открываем? Сейчас. Откроется. Так, вот я уже выложу эти оба два видео. Вот мы можем начать. Нажмем вот на этот значок. Colors. То есть, как можно сказать, вот эти вот хреновины. Делаем так. То мы выбираем вот это image, вот image, то есть загрузить картинку. После того как мы нажали на эту вот image as color, видите, у меня вот в рабочем столе он не отображается. Запишем название logo max pay и вот ищем. Что-то могу максимум открыть. А, понятно. Просто пишем лого и ждем. Вот он у меня пришел. Открыть. Вот оно открыто уже. Вот это оно. Кладем ее в угол, в любую сторону. И можем даже выбрать размеры. Ну, у меня так маленькое качество видео получается, потому что я снимаю с фрапсом. Не full size, а half size. У нас получилось. Потом вот увеличиваем это, то тянем его во все 100. То есть вот так вот тянем. Нажмем на правую кнопку мыши и копировать. Нажмем вот это вот, как там его там, вот сюда, и нажмем именно здесь вставить. И вот тянем это такая, чтобы процесс был как коротким, я сделал вот так. Сейчас вот так. Блин, заедает как всегда. Да. Значит, это просто таким. И вот можете смотреть. Ну тут-то вроде бы. Ничего. Видите, это логотип будет у вас там везде. И
что про Макса Пейна я хотел бы вам сказать. Макс Пейн у меня там будет, все будет у меня там в Макса Пейне. Рождение уже делаю. Но пока что у меня тут должно быть подводная братва, а потом Макса Пейна. И не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами был Веном 493. Всем удачи и всем пока.